Всем привет! Сегодня у нас на обзоре распаковки посылки с Алиэкспресса. Чехол на подлокотник, автомобильный подлокотник. Короче, несмотря на то, что у нас война, каким-то чудом посылка вот недавно прилетела из Китая. Ну, это, кстати, последняя самая посылка. Больше уже Китай заказы не принимает в связи с накаленной обстановкой в Украине. Ну, как-то так. Вот, короче, чехол такой из кожи. Черный ромб. На резинках. Дело в том, что у меня есть такой, только белая строчка, он там не в тему. У меня накидки, ромб, черная нитка. И взамен купил вот такой. Ну, как-то так. Всем мира и добра.